Фишер, мы только что получили последний отчет Челестинии об оборудовании Марии Нарциссы. На борту установлена современная централизованная система охраны. Вы хотите сказать, три сработавших сигнала тревоги и миссия окончена? Конечно, нет. Это же не видеоигра, Фишер. Но если не хочешь оказаться в центре внимания, помни о сигнализации. Прекрасная ночь. Что? Мне нужны сведения о команде. Сколько человек на борту? Всего 36 человек, как мне кажется. Это вместе с Лосердой. И парой его человек, которые выглядят как наемники. Где сейчас Лосерда? Он был здесь минут 20 назад. Он жаловался, что каюты не устраивает. Говорил, что ему нужна другая комната. Лосерда, наверное, напился в стельку. Лосерда никогда не бывает там, где нужно работать. Лосерда никогда не бывает там, где нужно работать. Лосерда, наверное, напился в стельку. Лосерда, наверное... это сделал. Это их система охраны, Фишер. Я прошу тебя, будь осторожен. Фишер, похоже, Лосерда начал пользоваться своим богатством. Он расплачивается по долгам, доставленным ему оружием. То есть я должен просканировать все контейнеры с оружием? Есть идея получше. Прикрепи к контейнерам микропередатчики, чтобы мы могли проследить, куда попадет оружие. Хорошо. Хорошо, Сэм. Ищи другие контейнеры. Сейчас. Фишер, мы перехватили радиосигнал с Марией Нарциссой. У них течь. Они просят об эскорте. Что, корабль тонет? Нет, но, очевидно, в несколько отсеков проникла вода. Тебе нужно использовать помпу в переднем машинном отделении, чтобы пройти во все грузовые отсеки.
шумно здесь. О, боже мой! Шум помогает подкрадываться. Что в этом отсеке? Тут запасная помпа. Там несколько отсеков затоплено. Помпа должна откачать воду. Спасибо за сведения. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Ханька! Где-то здесь должна быть большая помпа, с помощью которой ты сможешь откачать воду из грузовых отсеков. Я найду ее. Ну что, ты собираешься включить помпу или нет? Эй, ты слушаешь? Отлично. Это выкачает воду из грузовых отсеков. Теперь ты можешь обыскать груз и постараться найти накладную на груз Лосерды. Сделаю. Ставлю что угодно, что контейнер Лосерды где-то в этом помещении. На боку контейнера должна быть накладная. Сейчас проверю. Хорошая работа, Сэм. Похоже, тот, кто поставлял оружие Лосерде, действовал через посредника. Кого? Меркантил Коста Афуэрда Секьюридад де Панама. Офшорная компания? Да. Потные типы с сигарой в зубах. Здорово. Как я люблю бюрократов. Нужно еще найти транзитные бумаги, тогда мы узнаем, с кем еще работал Лосерда. Посмотри в офисе, у них должна быть эта информация. Ах.
датчики на твоем костюме показывают высокую концентрацию газа. Да, я чувствую запах. Какая-то утечка газа. В этом месте слишком высокая концентрация. Может быть взрывоопасно. Здесь нельзя использовать огнестрельное оружие. Прекрасно. Только не думай, что у твоих соперников хватит мозгов, чтобы тоже это понять. Они могут выстрелить, увидев тебя. Я понял. Буду вести себя. Огонь нам ни к чему. Что? Кто вы? Я пожарный инспектор. И меня беспокоит то, что один из твоих безмозглых дружков захочет устроить тут стрельбу. А почему? Ты не чувствуешь запах газа? Но я не думал, что это может быть опасно. Предположим, ты решил спрятать оружие подальше, во избежание несчастных случаев. Куда бы ты положил его? А каюта по левому борту. Поверните налево от машинного отделения. Там ящики, полные оружия. Возможно, и другое оборудование тоже там. Я не знаю точно. Я не выстрелю. Даю слово. Я даже спички не зажгу. И что вы задумали?
слава богу, ничего. Черт, что за ерунда? Сэм, ты приближаешься к офису. Правый борт на этой палубе. Транзитные бумаги точно там? Должны храниться там. Эй, Лассерда не проходил здесь? Проходил несколько минут назад. Говорил что-то о бумагах. Ублюдок. Надеюсь, кто-нибудь свернет ему шею. Эй, не говори так. С Лассердой шутки плохи. Я не собираюсь сам с ним шутить. Я надеюсь, для этого найдется кто-нибудь другой. Этого кого-то ждет ужасная смерть от руки Лассерды. Эй, кто это? Что там? Я только что... Ко мне! Осторожнее. Если поднимешь тревогу на всем корабле, тебе это не понравится. Транзитные бумаги – подделка. В них написано, что груз Лассерды – сахарный тростник и кокосы от человека по фамилии Накоряков из Малайзии. Накоряков... Я где-то слышал эту фамилию. Накоряков – это кодовое название, которым филиппинские наркоторговцы обозначают поставки оружия. Значит, вместо орехов из Малайзии Лассерда получил стволы от несуществующего русского? Именно, тебе следует отыскать Лассерду. Возможно, капитан знает, где он. Отличная идея. Почему бы тебе не пойти на мостик и не спросить у него? Чем быстрее мы его найдем, тем лучше. Она ведь была закрыта, верно? Сейчас ты прекрасно, сэр. Судя по количеству контейнеров, ты пометил около половины. Постарайся найти остальные. Странные дела здесь творятся. Что значит выложить? Yeah.
открытому космосу, чтобы добраться до спасательного шаттла. Ну, до запуска шаттла пройдет не менее 2 недель, так что, может быть, и не удастся дожить. Здесь полно народу. А, нет. Да. В этом крысятнике дурно пахнет. Свежий воздух гораздо лучше. Что здесь находится? Узел связи и серверные. Ну и наблюдательная площадка. Что-нибудь еще? Еще тропа экстренной эвакуации. Он ведет к катеру на корме. Я не сделал ничего плохого! Я не сделал ничего... Чисто, но перестраховаться не вредно.
Это ты открыл? Осел! Убейте его! Проклятье, Фишер! Это, возможно, был единственный человек на судне, который знал, где находится Лассерда. Думаю, мне придется обыскать весь корабль. Возможно, в корабельном компьютере помечена каюта, отведенная Лассерде. Центр связи и радиорубка находятся наверху. Значит, Лассерда скрывается в отсеке капитана. Где это? Третья палуба по левому борту. Два внутренних лестничных колодца — единственный способ попасть на эту палубу. Молодец, Сэм. Осталось еще два.
Говорю тебе, никогда. Никогда еще меня так не оскорбляли. Я не понимаю, что ты так завелся? Он попросил тебя договориться с инспектором. Ты думаешь, в наше время, что, легко пройти через канал со всем этим грузом? Мне плевать, легко это или нет. Ты думаешь, мне легче? Нет. Но так оскорблять меня, чтобы я давал взятку инспектору, да еще отдавал свои деньги? Никогда. Это большая шишка. Этот вице-президент, сеньор Сегунда Руис де Медейрос. Ха! Я ему покажу. Покажь, покажь. Помяни мои слова. Я заставлю его платить. Он заплатит мне двойную цену. Или меня зовут не... Хорошая работа, Фишер. Я сообщу в управление, что Лассерда больше не представляет угрозы. Главная задача выполнена. Мы в любой момент можем забрать тебя. Морской воздух. Все, что я чувствую, это запах дыма и горелой нефти. Наброс. Наслаждайся тем, что есть. Не успеем надышаться морем, как снова придется лезть в джунгли. Я вот никогда не слышал, чтобы в джунгли люди болели цинкой. А я никогда не слышал, чтобы на корабле кого-то съел аллигатор. Что это было? Я должен что-то заметил. Мне это не нравится. Кто бы он ни был, он крут. Даже слишком крут. Пугать хочешь?
Кто ты такой? Кто? Ты не из банды Лассерда. Что ты тут делаешь? Я не знаю. От кого ты защищаешь Лассерду? У Лассерды много врагов, он не пользуется всеобщей любовью. Для чего это оружие? Лассерда расплачивается по долгам и, ну и заводит новых друзей там. Он хочет устроить в Перу, у него ничего не выйдет. В Лассерде нет ни ума, ни пламенного духа. Чего я не могу понять. Вот мы сейчас несем груз колумбийского, лучшего кофе в мире. И этот кофе на вкус не отличается от гуана. Точно. Что за ерунда? Это потому, что капитан Яйт самый дешевый кофе, который он только может найти. Я слышал, как почему? Потому что дешевый кофе пахнет сильнее. Собакам трудно учуять запах того, что спрятано под кофе. А, в этом есть смысл, только... Все равно я бы не отказался от чашки хорошего кофе.
Ложись! Фишер, осторожнее. Если поднимешь тревогу на всем корабле, тебе это не понравится. Это не всего лишь еще один сигнал. Тревога по всему кораблю. Выполняй основную задачу и забудь про дополнительные цели. Здесь ничего нет.
Что это там? Еще чуть-чуть, Сэм. Остался последний контейнер. Что такое? Эй, кто там? Выходите! Расскажи мне то, что меня интересует. Или мне придется сделать тебе больно. О, нет! Прошу вас! Не проси. Это бесполезно. О, хорошо. На этой палубе почти ничего нет. Большую часть занимает кафетерий. Наверху каюты офицеров. Там всего несколько человек. Как я слышал, капитан Диего разрешил ему занять свою каюту. Это палубой выше. Как мило со стороны капитана. Он не мог больше терпеть нытья Лассерды. И никто бы не смог. Ну, раз так, пойду пристрелю его для вас. Я боюсь смерти. В душе я совсем неплохой человек. В душе я совсем неплохой. Ха!
Я определенно что-то вижу. Покажись! Как это случилось? Черт! Шаги. Уверен, что это не выше. Фактически.
человек. Слава богу, ничего. Здесь я задаю вопросы. Расскажи мне о катере. Катере? Катере на корме. Все, что нужно сделать, это потянуть рычаг и забраться внутрь. Что еще вы хотите знать? А он случайно не заминирован? Вы что, с ума сошли? Кому придет в голову минировать спасательную шлюпку? Идите и собирайте катер, если хотите. Буду рад, если вы покинете нас. Я не буду мешать вашему уходу. Идите и собирайте катер, если хотите. Буду рад, если вы покинете нас. Я не буду мешать вашему уходу. Я не буду мешать вам. Это был последний контейнер, Сэм. Теперь мы сможем отследить их путь и узнать, с кем контактировал Лассерда.